Е! Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале React Sam First Feel. Меня зовут Артурчик Sam First Feel. Вышел наконец-то трек Alblack 52 и рэпера Кизару. Они постоянно друг другу респектовали, выступали на европейских концертах Кизару вместе. Да и в целом, как будто бы по вайбу они довольно схожи. Я ждал, пиздеть не буду, этот трек. Давайте заценим. Что же нам нагенерировали эти люди? Прежде чем начнем, пожалуйста, подпишись на twitch.tv/firstfeel и на телеграм-канал I am First Feel. Собственно, Alblack 52 Кизару, 52 and Haunted. Ну, что-то про семью, про гэнг будет, скорее всего. Production by Anatoly 52 и Spency Beats. Не знаю ни одного из них, но, по идее, должно быть хорошо. Я надеюсь на то, что будет прикольный трек, кочевый, пиздатый. Давайте без лишней хуйни сразу слушать начнем. Let's go. Окей. 52 и хаунд, 52 и хаунд. Винстрик, я иду без поражений. Чемпион. Не надо поблажек, не надо одолжений. Прихожу за бабками в клуб, не ищу отношений. Новый миллион всегда к лицу при любом положении. Ей! Посмотри на стрижку, нахуя мне кеп. Кто ставил на меня, давно словили коэффициент. Все эти рэперы вокруг абитуриент. Не хотят учиться, они здесь ради стипендий. Еще чуть-чуть, и я возьму себе Каена. Потом еще чуть-чуть возьму малышке Панамера. Я делаю это давно, и мне не надоело. Ты начал, но не вникнул в суть и просто бросил дело. Ты поплыл белый? Ты поплыл белый? Ты поплыл белый? Мы делаем это давно, и нам не надоело. Как так? Что случилось? Ты поплыл белый? Мы заправляем баки у картелей. Получили опыт, не мы просто почернели. Уронил валяма на брюнелла куча Нелли. Да, лейбл платит, но не знает моторист. Не все драпуют, но не сдали норматив. Бэт-пи в Германии, я попал под 30. Он принес пятерку, мне не хватит 20. Только посмотри, бля, как мы хэппим ожири. Наступаю больно, когда делаю шаги. Мы поймем друг друга, только если брошь обид. Я взрываю клубы, нахуй, будто я шахид. Осуждаю! Бары, сука, настоящий крем. На свои законы посадите меня в Кремль. Фу, дикий наркоман, который вкинул перст. Парень умер рано, он играл со мной в гляделки. Я владею, не двигай по Европе, это хобби. Ты работаешь на папе на работе, вытри сопли. Не, мы не рофли, мы не будем писать лоу. Вся банда знает, что ты фееричный пиздобол. Чё? Ты поплыл белый? Чё? Ты поплыл белый? Ты поплыл белый? Бля, пиздатый трек. Хорош, хорош, хорош. Именно вот что-то такое я и ждал от этой песни, честно скажу. Реально, хороший трекан. Отличный. Именно вот и Кизару здесь отлично звучит, и Alblack. Типа все сильные стороны свои пацаны раскрыли. Хороший. Пиздатый трек. Типа обоим в копилочку, уверен, залетит вообще с кайфом. Пиздата. Мне зашло. Не знаю, как вам, но мне хорошо зашло. И по читочке, и по какому-то вот этому щит-токингу. Типа объяснением того, какие они крутые, все остальные не крутые. Ну а качает, сука, качает вообще без хуйни, реально. Красавцы. Красавцы. Хорошо сделанная работа. Хорошая работа. Бля, так хочется пошутить, блядь, но это реально пиздато. Хорошо сделано. Хорошая. Хороший трекан. И стилек выдержан действительно, да, вот пишите. И стилек типа на месте, и в целом типа хорошо звучит все. Красавцы. Красавцы. Без хуйни. Без хуйни. Уважаю Alblack 52, уважаю Кизару, респект всем.